Друзья, так как коммерческая техника не так часто присутствует на канале, сегодня я решил попасть в мир промтоварных фургонов. Вот что-то из этой серии. На базе Гранты, как видите, такая X-образная мордашка, решил вот сделать такой, можно сказать, мини-импровизированный пикапчик. Сегодня вам представить. Вот еще есть с такой будкой. Ну и дальше, соответственно, различные исполнения имеются. Автосалон Авто 1. Вся подробная информация в ссылке в описании к видео. Также стоимость вы можете уточнить, когда зайдете на сайт. Вот так импровизированно я руками очистил все это дело, скинул снег. Что вчера у нас прям 31, можно сказать, декабря. 16 марта было. Вот. Ну что, давайте посмотрим, что же предлагает коммерческая техника на данный момент. 2020. Опа. Ну, при моем росте сразу же скажу, 188 сантиметров. Мне, конечно, здесь, вот честно скажу, тесновато. Прям это факт уже. Такая Гранта на минималочках распиленная. Опа. Сейчас выверим руль. Ну что. Оп. Неплохо. Запуск произошел. 1.6, скорее всего, самый доступный силовой агрегат. Я даже уверен, что, возможно, здесь 8-клапанный стоит, точно не могу сказать. Информацию не смотрел. Такое поверхностное ознакомительное видео будет. Посмотрим, что-то как здесь устроено. Итак, в общем, рулевая колонка регулируется лишь по высоте, при том не очень большой ход имеет. Здесь управление для бортового компьютера, напряжение бортсети, сколько осталось до заправки, текущий и средний расход топлива и температура за бортом, средняя скорость. В общем, вся необходимая информация для настоящего водителя. Управление для поворотников. Давайте включим свет, противотуманный фонарь. Такие дефлекторы вентиляции, механические регулировки, соответственно, у зеркал. Электростеклоподъемники имеются, что существенный плюс для такого автомобиля. Здесь у нас ящик Пандоры. И вот мой самый любимый элемент – это коврик. Его можно использовать в качестве коврика для мыши. Ставите, он не скользит, и мышкой можно компьютерной производить некие манипуляции. Вот так. Здесь у нас дефлектор вентиляции, вещевой бокс. Подготовка под аудиосистему, скорее всего, два динамика должно быть или нет. Или нет, это всего лишь имитация. Нет, это даже... Ну, подготовка, скорее всего, есть. Вот. Ставить... Отъеху сюда и слушайте музыку. Такая высокопроизводительная печка. Здесь регулировка для температуры, рециркуляция, различные зоны тоже, обдув, заглушки, бюджетность. Здесь подогрев сидения должен быть, но его нет. Здесь подстаканники, пятиступенчатая механика, так все работает. И задняя передача. Ручник, соответственно, бардачок, его нельзя закрыть на ключ. Дополнительная полка, освещение и очень глубокий. Здесь руководство по эксплуатации, баллонник даже имеется и домкрат в салоне. Как-то так он разместился. Подсветка диода классно. Ну вот, в принципе, и все. Здесь вешалка, видимо, для вашей куртки. И здесь вот все обито таким ворсом, что ли, как он это объяснить. Такой приятный материал, вот, приближается к алькантаре, это классно. Механические регулировки, то есть в продольном направлении еще немного отодвигается спинка, но я повторюсь, мне очень тесно здесь. Давайте рассмотрим, что у нас как минимум под капотом, да, откроем, посмотрим, что такое там находится у нас. Очень много полезного пространства здесь, такая классная перегородка стоит, все как надо. И, соответственно, борт он откидывается, открывается. Давайте вам нижнюю часть продемонстрирую, как здесь все устроено. Проушина для буксировки, такие задние фонари. Запаска здесь находится в таком креплении, интересно тоже. И, соответственно, вот такой может быть фургон. Я даже подозреваю, что на этой же базе делаются какие-то изотермические вариации на тему большей грузоподъемности. Виатти, рессоры стоят, довольно крепкие и долговечные в данном случае.
Диски 14 дюймов, 185 на 65, самый ходовой размер. И я так полагаю, что, скорее всего, здесь шины для коммерческой техники должны быть. Такая входная система. Тоненькие, конечно, прессоры. Дальше идет сюда. И антенна для аудиосистемы. Да, имеется аудиоподготовка. Так складываются зеркала. Я предлагаю включить аварийку еще, пока не забыли это сделать. Штамповки очень простые. Виатистрада. Дневные ходовые огни имеются. X-образная, классная тема. Передней части огромная эмблема Лада, здесь тоже пластик, и, кстати, это очень практичное решение, он не особо царапается, даже в том случае, если летит какая-то грязь, камушки и что-то еще. В общем, вид свой первозданный сохраняет надолго. Возникает ощущение, что он немножко, но протраивает. Вот здесь еще, кстати, защита от пыли, как видите, и хоть какая-никакая, но шумка стоит. Уже радует. Надеюсь, что антикоррозионную обработку они тоже подтянули. И сейчас не так все сильно будет подгнивать в этих коммерческих рабочих лошадках. Как-то так. Не терпится посмотреть, что же в этом исполнении. Побогаче комплектация или нет? Нет, здесь, в принципе, все то же самое. Ничего лишнего. Но имеется одна подушка безопасности. Существенный плюс. И, кстати, дооснащают вот таким обтекателем, как видите. Классно, неплохо. В общем, как рабочая лошадка. Идеальный вариант. Кресла, в принципе, несмотря на то, что мне здесь тесно, они удобные. Хоть есть боковая поддержка небольшая, но они, их легко, как бы это правильно объяснить и донести до вас. При пробеге за 100 тысяч они проседают и свой первозданный вид теряют. И они уже не такие, как бы, плотные будут, они уже будут просижены существенно. Вот такой материал здесь устанавливается. Здесь регулирование угла наклона фар, соответственно, педальный узел, как видите. Все сделано довольно неплохо, как по мне. Больше коммерческая техника и не требует. Самое минимальное, а потом, соответственно, владельцы уже до оснастят этот автомобиль самым необходимым. Это такая ситуация складывается интересная. Мне кажется, что вот это вот красное вкрапление — это не что иное, как намек на спортивную версию спорт. И такое ощущение, что он изначально как-то протраивает этот силовой агрегат, а? Почему так? Его прям колбасит, притом колбасит прилично. В общем и целом, автомобиль достойный. Здесь находится розетка. Вот, в принципе, все. И достаточно таких саморезов, шурупов всяких, которые торчат, не прикрыты абсолютно ничем. Вот здесь они тоже имеются, как видите. Никуда они не уходят, они с нами, эти друзья наши закадычные. Лошим силовой агрегат. Вот такое исполнение на тему коммерческой техники именно с АвтоВАЗом. На этом, друзья, все. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, берегите себя, всем хорошего настроения.